Добрый день, Егор Афанасьевич, Александр Прокопьев, газета «Эхо столицы», город Якутск. В следующем году у нас пройдет ряд муниципальных выборов, в том числе в городе Якутске. Кого вы видите на посту главы столицы республики? Но все равно мы возвращаемся к выборным темам, в том числе и 2019 года, и 2017 года. Конечно, выборная тема, она сложная, и она общественно достаточно резонансная, поэтому я всегда пытаюсь избегать этой темы при широком таком обсуждении. Но то, что касается города Якутска, то это выборы приближаются. И мы с Алексеем Сергеевичем Николаевым на эту тему встречались, обсуждали. И я с ним поговорил и сказал, что ему надо идти на выборы. И с этим он согласен, и мы будем поддерживать его кандидатуру. Потому что при нем и при мне все-таки совместная работа по городу Якутске и правительству, и администрации города достаточно эффективно проявляется, это видно. Поэтому результаты мы уже на его чувствуем, и эту работу надо продолжать.